Всем привет, с вами канал Максим Мобайл, и это сравнение Samsung Galaxy Star Plus и Apple iPhone 4S. Вот так вот выглядят смартфоны. iPhone у нас в белом цвете, Galaxy Star Plus в черном цвете. Материалы корпуса. iPhone — это закаленное стекло сзади и спереди, и алюминиевая окантовка по контуру. Samsung Galaxy Star Plus — это черный глянцевый пластик и закаленное стекло только у нас спереди. Вот тоже пластиковая окантовка, закос типа под алюминий, но на самом деле это пластик. Вот так вот это все выглядит. Габариты смартфонов немножечко тоньше iPhone 4S, у него толщина составляет 9,3 мм, а у Star Plus 10,6 мм. По ширине iPhone немножечко уже, и по высоте он также ниже. Это связано с тем, что экран тут 3,5 дюйма, а тут 4 дюйма у Galaxy Star Plus. Вот так вот. Ну, элементы управления очень-очень похожи. И тут вот управление громкостью. Включение, правда, сверху находится, а тут справа. Ну, это уже такое мелочи. Тут все уже все знают. Давайте включим смартфон и постараюсь сделать это одновременно. Вот включился iPhone и включился Galaxy Star Plus. И я пока расскажу о технических характеристиках этих смартфонов. Samsung Galaxy Star Plus — это одноядерный процессор Cortex-A5 частотой 1 ГГц и 512 гигабайт, то есть гигабайт, мегабайт оперативной памяти. У iPhone 4S это двухъядерный Apple A5, работающий на частоте 1 ГГц, и также 512 мегабайт оперативной памяти. Не сказал о весе смартфонов. В случае Galaxy Star Plus это 121 грамм, в случае iPhone 4S это 140 граммов, то есть тяжелее iPhone 4S. Быстрее включился у нас iPhone. Вот теперь вы знаете мой пин-код 4.0. Разблокировка идет, а Galaxy у нас немножечко после включения подтормаживает. Но это сейчас пройдет. Вот так вот. iPhone сразу же очень хорошо работает в меню, немножко подлагивает Spotlight. Ну, это ничего. Включим Geekbench, Geekbench 3. К сожалению, информация с Samsung Galaxy Star Plus почему-то удаляется. Это было и в Antutu бенчмарке, теперь в Geekbench 3. Я сейчас его заново запущу на Samsung Galaxy Star Plus. Мы подождем, я это потом на видео все пропущу. Вот так. Итак, закончился тест Geekbench 3. Я заново сделал и на iPhone, и на Samsung Galaxy Star Plus. И вот что у нас получилось. 211 баллов Single Core у Star Plus и 217 баллов Single Core у iPhone 4S. 413 у Multi-Core Score, так как он двухъядерный, тут одноядерный, поэтому результаты не очень отличаются между Single и Multi. Ну, вот так, немножечко лучше iPhone 4S. В принципе, это и стоило было ожидать. Итак, операционная система. Операционная система Android 4.2 используется у Samsung Galaxy Star Plus. Вот, и iOS версии. Сейчас точно узнаем, какой именно. Так, основные об этом устройстве. И iOS версии 7.1.2 используется у iPhone 4S. Емкость памяти у Galaxy Star Plus 4 гигабайта, свободно там около полутора, да, где-то так. И 16 гигабайт у iPhone 4S, свободными там 13 с чем-то. И у Galaxy Star Plus есть возможность расширения памяти microSD карточкой.
Вот так вот. Ну, синтетические тесты это, конечно, хорошо, но реальную производительность мы всегда можем оценить только в играх. Я нашел игрушку, которая более-менее идет на Star Plus, потому что все тяжелые игрушки с крутой графикой на этом телефоне идут почти невозможно. Не тестировал, правда, Dead Trigger 2. Он там по-разному идет. Асфальт 8 вообще показывает, что не устанавливается на этом устройстве. Aerial Racing идет просто ужасно. Это вы можете посмотреть в обзоре Galaxy Star Plus или в обзоре игр на Galaxy Star Plus. Запускаем Minion Rush. Сделаю это одновременно. Максимально возможно одновременно. И посмотрим, что у нас получается. Ну так вот, немножко опережает iPhone 4S. Уже загрузился iPhone 4S. В то время как Galaxy Star Plus еще загружает. Вот. И Galaxy Star Plus тоже подгрузил все это дело. Видим, что подлагивает. И начинаем играть. Также нажимаю максимально одновременно. Немножко яркость больше на Galaxy Star Plus, но ничего. Вот так, игра на iPhone 4S уже запустилась. Чуть-чуть подлагивает на 4S, но в самой игре все идет отлично. И все совсем в игре не очень круто у Star Plus, но играть не знаю, можно или нет. Вот как-то он все-таки поддергивается. Нет, все равно играть как-то оно слишком резко дергается, либо на несколько секунд все делается плавным. Ну, продолжим, например. Да, все-таки на айфоне и на Galaxy Star Plus это две разные игры. По производительности мощнее будет iPhone, конечно же. И вот все это не очень идет на Galaxy Star Plus. Ну, с этим понятно, закроем. В принципе, понятно. И этот то же самое будет в любой игре, которую мы не запустили бы. iPhone будет опережать Galaxy Star Plus. Ну, нужно понять, что это бюджетная модель, а это когда-то флагман, далекий 2011 год, но все равно по характеристикам он мощнее, чем этот. Да и по цене. Бэушный iPhone 4S, не знаю, можно ли найти за те же деньги, что новый Galaxy Star Plus, наверное, нет. Где-то в 1,5-2 раза iPhone 4S бэушный будет дороже, чем Galaxy Star Plus. Вот так вот. Что еще можно показать? Не показал, как они работают в браузерах. Как быстро все это будет открываться. Давайте перейдем на сайт. Ну вот, тут Samsung. Сначала перейдем на сайт Apple. apple.com. И здесь также немножко подлагивает apple.com. Перейти. На айфоне запустилось, на самсунге подгружается перевод страницы, и видим, что все намного быстрее, все вот эти текстуры уже давно загрузились на iPhone. Также их тут, наверное, нет, нельзя, и вот только сейчас они загрузились на Galaxy Star Plus. Скролл, в принципе, плавный, что там и там. Зум. На айфоне, конечно, все происходит намного комфортней, быстрее. И все это как-то, ну вот, лучше, да. И теперь, чтобы все было честно, вот, уже перешел. Закроем эту вкладку.
добавим новую. И вот опять одновременно сам sung.com. И вот также здесь samsung.com и одновременно. Почему-то сайт, либо проблемы с Wi-Fi, мы сейчас это сделаем еще раз, либо проблема у самого айфона. Или, возможно, это связано с тем, что я недавно уже запускал сайт Samsung. Ну вот мы видим, что даже сайт Samsung работает на айфоне лучше. Все плавно-плавно скроллится на айфоне и совсем не плавно на Самсунге. Вот. Как-то так. Ну, закрываем. Тут опять же сказывается разница в производительности, в мощности железа и так далее. Давайте посмотрим на примеры фотографий айфона и Samsung Galaxy Star Plus. Итого, какой вывод из всего этого мы можем сделать, что iPhone 4S, да, во всем превосходит Galaxy Star Plus. Это, конечно, ожидалось, потому что начинка в два раза мощнее у iPhone 4S, а Samsung Galaxy Star Plus является бюджетным смартфоном. И это видео я делал просто для тех, кому, возможно, будет интересно это посмотреть, это сравнение. Не потому что они какие-то там принципиальные соперники, и их нужно сравнить там лоб в лоб. Нет, просто вот так вот интересное, возможно, для кого-то будет видео. Ну, понятно, что по всем параметрам Galaxy Star Plus, хоть является намного новее смартфоном, проигрывает iPhone 4S, которому вот идет уже 4-й год. Вот так вот. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал Maxim Mobile, ставьте лайки, комментируйте, если я где-то не прав или там наоборот. Ну, короче, пока.